Добрый день, меня зовут Баглеев Леонид Петрович, я являюсь представителем компании Students International в городе Улан-Удэ. Сейчас я нахожусь в Малайзии, в городе Куала-Лумпур, в университете Сиаммен. Вот, встречаюсь с нашим студентом из города Улан-Удэ Николаем, и хотел бы вот задать несколько вопросов по поводу его учебы здесь, в университете Сиаммен. Здравствуйте, здравствуйте. На какую специальность ты поступил сейчас? Ну, сейчас у меня как таковой специальности нет. Это, получается, первый такой год, он более подготовительный. То есть это общая программа Малайзии, Foundation in Science. То есть такие естественные науки, химия, алгебра, все это такая направленность, научная больше. Да. А как преподавательский состав? Преподаватели, ну, видно, преподаватели, они не из головного университета, ну, хотя я думал, что вот будет с китайского, наверное. Ну вот, в принципе, преподаватели очень такие сильные, да, по химии такой строгий, такая женщина очень строгая, да, по алгебре тоже преподавательский состав мне нравится. Ну и вообще, в принципе, по всем предметам видно, что люди квалифицированы очень и свое дело знают очень хорошо и преподают также. Ну, как вы устроились в общежитии? Далеко это от корпусов? Как вы проживание? Ну, общежитие вообще тоже очень большое, кампус. Вы сами, да, видели, что он такой большой, современный, все есть, магазины, все остальное. Ну, заселились мы тоже, в первый же день заселились, нормально обустроились, и как бы все удобно, все находится рядом. А как проводите время? Время свободное. По-разному, иногда там можно съездить до центра, допустим, тут никто не ограничивает, охранники дружелюбные. Как такого часа отбоя тоже нет. Да, вот, и что еще мы делаем? Ну здесь я смотрю, спортивные активности, да, безопасность обеспечивает. Да, конечно, конечно. Очень много. Очень-очень много. Security из Бангладеша, такие люди с военным опытом, их спрашиваешь всегда, вы откуда вы там служили? Он говорит, да, я служил, вот меня всегда направили. Ну, в общем, безопасно, да. Но тут была еще опция изучения китайского языка. Как, планирует изучать или нет? Да, да. Я тоже планирую, думаю, если получится совмещать с этим плотным графиком. Ну, естественно, науки они как бы требуют. У нас assignment, получается, вот эти вот контрольные, самостоятельные, они почти каждую неделю. Ну, вот если получится, то буду совмещать. А получается, китайский язык, как таковой кружок, он, как я понял, проводится больше учениками, которые тут учатся дегри. То есть они 18 числа, да, 18 числа они прилетают все, у них начинается семестр первый, и как бы вот уже пойдет вся деятельность, там музыкальные кружки, спортивные кружки, какие-то языковые, ну и так далее, да. Ну и преподаватели, конечно, тоже есть, я думаю, поэтому записываться, да, стоит, изучать китайский тем более, потому что больше половины местных здесь разговаривает так. А как климат, адаптация у тебя прошла по климату? Климат, адаптация, в принципе, неплохо. Я помню себя самый первый раз, когда я приехал в жаркую страну, вот тогда реально было шокирующе, когда первый раз прилетел в Таиланд. А здесь вот, ну, буквально за неделю, за полторы, спокойно уже. Так, вышел на улицу, ну, жарко, ну, ладно, как-то так, да. Спотел, ну, ничего страшного, да.